Всем приветики, приветики. Всем солнца, тепла и радости сегодня. Очень плохо видно. Время такое не очень хорошее. Как вам отдыхается? Отдыхается замечательно, девочки. Здесь прям рай, рай. Красотка. Спасибо вам. Ну, не уж такое, такая красотка сейчас после моря. Зашла вся мокрая. Ну, anyway, спасибо вам за... Висим. Значит, плохая связь. Жаль. Поздравление Белкина видели? Видела, да. Напишу ему сегодня в этом, как его, в WhatsApp или где-нибудь, или может быть. Мариша, как отметили? Прекрасно отметили. Гостиница сделала мне тортик. А вот у меня, я в дьюти-фри покупала шампанское с собой, привозила две бутылки Майота. А вот потом девочки оплатили весь стол, это в подарок. Ну и вот так вот посидели, повеселились, поели. Сладости наелись и приехали, пришли домой. Мы выбрали буфет, поэтому мы Анюта кушали очень много всего. И поэтому не могу сказать, что мы кушали. Очень много всего. Там и японская, там и азиатская кухня было много. Всего было много, всего прям, и всякие стейки были, и японское, у них был японский уголок, я поела немножко японского, вот, я поела карри с картошкой, мне очень понравилось, картошка, горох, и это сделано в карри, ой, так вкусно было, немножко, это как его... Спайси. Вау, было супер. Белкин приглашает тебя в Паттайя. Поедешь? Нет, мы не поедем. Мы поедем, наверное, 10-го на Пхукет. Вот. С Пхукета я или вылечу в Китай, если все будет нормально, если все магазины откроются. Если магазины не откроются, я продлю на 5 дней. Но 15-го 100% уже поеду, если даже перевернется мир. Целую, побежала, Яна, давайте. Давайте, удачного дня вам. Английский у сына. Машется кремами, не загораем. Хана диете. Диете, да, немножечко хана пришла. Но с сегодняшнего дня мы договорились с Зорой брать себя в руки. Все. Давай уже в Москву. Хватит тусить, народ бесит. Беситесь. Ой, мои хорошие, я вам желаю, чтобы вы тоже приехали сюда. Именно в этот отель, именно на этот пляж, именно сюда. Мне здесь очень понравилось. А есть еще здесь отель один, я обязательно вечером пойду и поснимаю вам видео. Это просто шедевральный отель. В джунглях
Боже, такие огромные, огромнейшие, эти, как его, балконы, огромные комнаты. О, вот такая красота. Я очень рада, что вы встретили именно так свой день рождения. Да, я тоже очень рада на самом деле. Да, очень рада, что я вот так вот встретила свой день рождения. А еще так получилось, что вчера была свадьба в нашем отеле. И они пригласили нас, и мы так потанцевали хорошо. Но снимать я это не стала, потому что это чужая свадьба, может, это никому не понравится. Но с ними мы повеселились от души. Марина, вписывайтесь в этот пейзаж. Но в свой праздник, да, это я вчера сорвалась на самом деле. Вчера и сегодня немножечко, я никогда так не ела завтрак, как сегодня. Я просто вот реально сорвалась вчера и сегодня утром. Но я сегодня ужинать не буду, завтра на завтрак тоже не пойду. И возьму себя в руки. Вот сейчас 5 дней мне надо будет поработать, чтобы вот эти два мощных таких обжираловок убрать из своего организма. Мне надо будет 5 дней голодать, к сожалению. Когда скидываешь, да, весь скидываешь, становится очень легко, да. Летать охота, да, согласна. Покажите океан. Вот. У нас 33-35 градусов жары днем. Как называется ваш отель? Наш отель называется Holiday Inn Resort. Holiday Inn Resort. Это вы где? Вы в Москву или в Китай обратно? Я в Китай обратно. А там много морепродуктов, полно, конечно, полно, это же, конечно, портовые города, морские, конечно, полно всего, и креветок, и рыб всяких, и всего полно, конечно же. Блюда дорогие там, знаете, что я заметила, что здесь в 2 раза дороже, чем в Паттайе. Например, рыбу мы покупали за 200 бат. Паттайе, вот на вертеле делают рыбу. Здесь это 400 бат, например. В 2 раза дороже. Китай начнет худеть. Когда улетаете обратно? Или 10-го, у меня билет уже есть. Ну, 11-го у меня билет. Или же 15-го. Я еще подумаю еще. У вас отдельное бунгало? Конечно, у нас отдельное бунгало, да. Передайте привет Магнитогорску. Привет, Магнитогорск. Да, вы сможете это. Вы уже нам и самой себе доказали, что у вас огромная сила воли. Так, не боитесь лететь в Китай? Нет, почему-то не боюсь. Вот есть некое ощущение всегда внутри. Ко мне этот грипп не прицепится. Ну, я, конечно же, возьму здесь очень много защитных средств. Именно в Тае. Я возьму очень хороших, мощных масок. Внутри буду одноразовые маски делать, а сверху еще одну большую маску буду одевать. Вот. И буду сидеть дома.
Буду заказывать из дома все. Дома буду проверять. Если мне что-то будет не нравиться, буду посылать обратно. И снова получать там другую пару, скажем так. Так мне легче. На островах, наверное, всегда дороже. Да, так и есть, да. Вы не переехали в другую гостиницу? Нет, не переехали, потому что нам все равно Зора решила остаться до 24-го. А вот. И поэтому ей все равно надо будет поменять. И пускай поменяем только 10-го уже. Завидую вам и по-доброму. Очень море люблю. Скорее бы лето у нас. В Приморье есть отменные пляжи, база отдыха, супер. Огромное спасибо, много в отель народу живет. Ну да, да, это большая деревня такая. Есть первый ряд пляжа, есть наверху еще какие-то домики стоят там наверху. Как с питанием? Покупайте легко. Нет, включено. Здесь включено, потому что здесь невозможно купить ничего. Хотя нет, есть здесь какие-то... Мы вчера прошли до пирса, и мы нашли очень много интересных ресторанчиков с такой классной музыкой. Сегодня обязательно поеду туда. А вот. С шикарной прям музыкой. А вот. И там тоже, я думаю, что неплохо кормят. Марина, тата не ругает, что вы обратно в Китай. Ругается, конечно, очень. Говорит, что приезжай домой. Но у меня работа, я не могу так. Добрый день. С прошедшим вас. Спасибо вам большое. Зора останется сестрой. Сестра улетает 14-го. Сестра 14-го улетит, я или 11-го, или 15-го. Сегодня решу. Вот, и... Что-то хотела сказать очень важное. Ну, давай вот сюда вот сяду, отсюда лучше видно. Что за татушек не выходит в эфир? Нет, мне до 24-го ни в коей мере оставаться нельзя, потому что мне надо... После 15-го открываются карго, и мне обязательно надо послать вещи, которые у меня уже куплены. Поэтому я просто расслабиться не смогу, это меня будет угнетать очень сильно. Я не хочу быть в таком состоянии. Это на пользу мне не пойдет, я буду переживать. Поэтому лучше поеду своими делами займусь. Да, доделаю все дела, и потом уже... Ну, в мае еще можно поехать куда-нибудь в мае. У нас майские праздники в Китае будут. Привет, моя дорогая, рада вас видеть. Жора с сестрой и китаянки по национальности. Жора. Кто такой Жора? Какие китаянки? Жора как может быть китаянкой? У вас полный релакс. Мама. Массажики. Ходите, я сегодня поеду на массажик. А, Жора. Нет, Зора не китаянка, Зора француженка. Там говорят, что все закрыто. Все закрыто. Ну, после 15-го уже начнется все открываться.
у вас привычка. Ну, у меня была на 10-е, мне почему-то компания 10-го Китай не принимает. То есть эти дни Китай не принимает самолеты с Пхукета. До 11-го Китай не принимает с Пхукета самолеты. И они мне перенесли. Я увидела в имейле, что мой билет сделали на 11 число, даже не позвонили мне. Если они меняли билет, они должны были мне позвонить. И поменяли сами на 11-й, новый билет мне прислали. А вот, естественно, вообще по-хорошему, я должна попросить за этот один ночь гостиницу у них. Во-первых, как они со мной не должны были, почему они со мной не связались, я не понимаю. А решили сами и прислали мне билет. Может быть, я бы сказала, хорошо, тогда в этот день не надо, а в другой день какой-нибудь выбрала бы. Раз они сами решили, значит, они должны мне проплатить с 10 по 11 гостиницу. Я так считаю. Я сегодня буду звонить и решать этот вопрос. Светлана, Мария, как хорошо, что есть прямые эфиры, хоть посмотреть на тебя. Моя дорогая, скучаю очень. Светочка моя хорошая, приветик. Эфир сильно отстает. Марина, доброе утро, с юбилеем вас. Теперь отчет идет назад, и вы молодеете с каждым годом. Всех благ вам. У меня назад, почему-то в моем ощущении, вот ощущение у меня такое, как будто у меня начинается какая-то новый этап жизни. То есть я не чувствую, что отчет идет назад. Я чувствую, что все идет вперед. У меня такое ощущение. И связь здесь хорошая. Это от связи. Но здесь неплохая вроде связь у меня. Давайте я потру мордочку. Мордочку вам потру. Я фильтры не включала, ничего не знаю. Не знаю, 17 тысяч на троих. 17 тысяч это было в другом отеле, это на Коланта, здесь по-другому. Марина, да. Вот вы зайдите, пожалуйста, наберите отель, и вы увидите все цены. Что у меня спрашивают про цены? Все цены есть на сайтах, пожалуйста, Trip.com, Advisor, Booking. Заходите и смотрите, господи. Марина, давай на Паттайю махни, пощекочи всем нервы. Но я говорю Зоре, что как бы Зора думала, но я, скорее всего, мы снимем апартаменты. Зора снимет апартаменты, потому что она остается на месяц. И она думала, куда поехать. Вот она сказала, что никогда не была в Паттайе, просто ради интереса хотела, ну, поехала бы, посмотрела бы. А вот, но потом она сказала, что нет, она поедет все-таки на Пхукет, и там, и оттуда ей вылетать легче, и все. А правда, этот вирус существует? Или это просто слух? И, конечно, вирус существует, девочки. Здрасте, Марина. Этой ночью вы мне снились. Вау, Олечка, Оля. А что вам снилось? Я с вами пришла на свадьбу. Там был Александр. Вы были очень стройные и красивые. Александр
признался вам в любви. Чему бы это? Приветик, Мариночка, это наоборот, новый этап жизни начинается. Я тоже так же считаю. Мне почему-то кажется, что это у вас начинается новый этап жизни. Открываются новые горизонты, как будто обновление. Я тоже, почему-то у меня такое ощущение, у меня тоже, да. На сегодня видно, что вы загорели, получили витамин B. У меня даже от загара идет какая-то аллергия, девочки. Вот видите, Почему китайцы? Китайцы придумали вакцину, но он будет только через полгода. Но дело в том, что они нашли, вчера сообщили, что они нашли какое-то лекарство против этого вируса. Вчера это официально они заявили в СМИ. Сколько градусов? 33. Аллергия на солнце. Да, да, у меня аллергия на солнце. Шампанское осилили, осилили. Не одну, а две бутылки. Дилам швидобиса, дилам швидобиса. Мариночка, с прошедшим вас днем рождения, здоровья. Расскажите про вашу работу. Я очень люблю свою работу. У меня в моей работе огромный опыт. Много лет уже занимаюсь этим. Знаю очень многих производителей в Китае. Вот. Знаю, что они производят, как они производят, с кем они работают, как они работают, какая у них техника. В данный момент я закупаю у них и продаю. Но в будущем я хочу сделать производство. Мальчика, скажите, можно найти хороший красивый купальник на большую грудь? Потому что вы там покупали. Нет, нет, нет. Мне купальник Зора привозила из Франции. Через полгода нахрен кому уже это лекарство не нужно будет. Это вакцина не нужна будет. А говорят, что какое-то лекарство они уже придумали, вчера официально заявили. Китайские СМИ, ну, я не знаю, насколько это правда, потому что написали в каких-то новостях Франции. И точно мы не знаем. Вы белокурая, давно не загорали, кожа отвыкла, да. Вам хорошо, тепло, а мы здесь мерзнем в Забайкале. Я очень люблю Забайкале, 25 сейчас, бы к вам туда. Ой, дай Бог всем вам сюда, девочки, дай Бог всем вам сюда. Я вам желаю это от души, чтобы вам Бог дал возможности и время, и настроение для того, чтобы уехать именно в этот рай. Обязательно от аллергии, от дегистамина. Принимаю и кремами мажу всякими, но все равно, когда захожу в море, когда жарко, мне сразу опять сыт. Манечка, как обстановка с вирусом? Вы вернетесь в Китай? Я обязательно вернусь в Китай, да. Производство чего именно, поделитесь? Производство легкой промышленности, всякая женская одежда. Удачи вам в работе. Тоже планы были. Да, я поеду обязательно на выставку в Гонконг. В Гонконге будет в марте выставка. Какой шампунь вы пользуетесь? Какой шампунь вы пользуетесь?
нас в Иркутске уже сегодня потеплело. Приветик, Марина, приветик, приветик, Нати. Я живу на Кипре, надоело море, хочу снега. Люди, а где можно посмотреть переписку пана со Светой? Ой, девочки, есть такая разве переписка? Девчонки, скиньте мне, плиз, мне очень интересно, очень интересно. Господи, боже мой. Полякова раздражает очень. Ну, девочки, вы что, не проснулись, что ли? Еще, что вы говорите, девочки? Ну что вы, девочки, не проснулись, что ли? Это не пан. Какие размеры вещей? Я только большие размеры буду делать. Начиная с 50-го. Только большие размеры. А, про витамины я напоминаю, покажите их. Так, сейчас я вам покажу. Вот. Калмаг D. Здесь, конечно, есть и магнезиум, и есть и кальций. Но здесь очень мало магнезиума. Мы магнезиум купили отдельно и пьем с Зорой. И вот он. Биомагнезиум мы взяли. Самое лучшее время, я сижу с вами. Мне надо загорать, девочки. Девочки, вы что, девочки? Вы только проснулись, что ли? Уж что с вами, девочки? Что с вами? Как вчера отметила, прекрасно отметила. Смелая вы женщина, я бы, наверное, не смогла бы вернуться в Китай. Я смогу. С какой Светой? Вот Таты спрашивают про Тату. У Таточки с Беточкой все хорошо. Они в Москве, Маришка. Валера тоже водолей. У него же где-то рядом день рождения с вами. Да, он меня так хорошо поздравил сегодня. Я думаю, вот гад Валера забыл позвонить, ну, поздравить меня. Я-то поздравила его с днем рождения. Смотрю, сегодня просыпаюсь, и он мне столько всего наговорил, чтобы мы почаще встречались, чтобы мы друг друга не потеряли, и всякую. Мне было приятно на самом деле. Кстати, Анна Кусова – это не пан. А это кто? Это 100% пан. Неужели на 70-летие лет Ольга хочет, замуж хочет? Ну, мы же не знаем, до 70-летия нам еще 30 лет жить, поэтому мы не знаем, как это в 70 лет мы сами себя будем чувствовать. Может, мы тоже такие, у нас так же будет, поэтому не суди, не судим будешь. Какие у вас отношения с Валерой? Прекрасные, замечательные отношения у нас с Валерой. Ирина, вы откуда знаете, но... Я так думаю, витаминов. Дорогие они витамины, продаются в России. Я не знаю, вот магнезиум, вот это вот калмаг я купила дорого. 400 с чем-то юаней, по-моему. А вот магнезии очень дешево мы купили. 700 бат. Именно. Были дешевле еще. Не био-магнезии, а как-то по-другому называлось.
Она, он стоял на учете в ПНД. И что такое ПНД? Я даже не знаю, что это такое. Вы сейчас где находитесь? Я сейчас нахожусь в Таиланде. Просто хочет. Еду, слушаю, блядь. Вчера я вообще у Алены оказалась кучу аккаунтами. Всю ночь не спала. Не дураки ли все они? Девочки, вы что, заболели? У вас температура? Вы что, еще не проснулись, девочки? Вы что, еще не проснулись? Вы что, заболели? Куда еще возвращаться, если не в Китае? А то Анечка Кулева, возвращаться ж, конечно, мне некуда, абсолютно. Валера очень порядочный парень. Все забирает. Каждая женщина приятно слышит комплимент. И, конечно, а где Белкин вас поздравлял? Я не видела. Ну, мне кусочек прислали вчера, посмотрела, я ему сегодня напишу. Ну, что вы ей оскорбляете? Ей 60, а не 70. Чем она лично вас обидела? Разве я оскорбительных слов сказала где-нибудь? Я сказала, в 70 лет, когда мы будем, нам будет 70, может, мы тоже так же захотим. Где ты услышала оскорбление, Мари? Вот вы такие, простите меня за проститутки. Это хуже проститутки, которые сами же придумали, сами же принесли туда и сказали то, что сами придумали, только наговаривают на меня. Разве я сказала то, что... Я чем оскорбила? Вы мне покажите. Вот вы мне скажите, где я оскорбила ее? Я повторила слова, которых она говорит, что вы заболели, вы что, еще не прояснулись? Так и сказала. Я ничего не придумала. И потом я сказала, в 70 лет, может, мы тоже захотим, нам еще 30 лет жить до 70. Кто его знает, что мы захотим в 70 лет? Не суди, да не судим будешь. Где я, в каком месте я оскорбила? Мария, я тебя заблокирую, иди в жопу. Так, скрывать прямые эфиры. Аферисты. Иди нахер. Скрыть. До свидания. Вот теперь легче станет мне жизнь. Манечка, почему бы вам не подружиться с Поляковой Олей? Вам ведь нечего делить. Это что за предложение? А зачем мне с ней дружить? Мне она... У нас что, общие интересы? Что у нас? Почему я должна дружить с этим человеком? Почему вы мне таких вещей пишете? Я не понимаю. У меня есть мои подружки. Вот с ними у нас общие интересы. Одинаковый образ жизни, одинаковое видение жизни. А вот. А с Поляковой мне что? На Сокольнике ходить танцевать? Вот зачем вы мне предлагаете дружить? Абсолютно вот. Вообще она понятия не имеет, чем я занимаюсь, что я делаю, чем я дышу. И я вообще принять не могу то, как она живет. Вот зачем мне с ней дружить? Не могу. Тут пан вообще ни при чем. Просто мы настолько на разных планетах с ней. Почему бы мне не подружиться с Поляковой? Спасибо, дорогая. Нутрилайт самое дорогое и самое хорошее. Я не знаю, что такое нутрилайт. Объясните, девочки. Опять психоневрологический диспансер. Не знаю. Думаете, у него желтая карточка? Желтая карточка? How is Zora? How is your day today? Love it in the last of it all!
La vita è bella. La vita è bella, non ho estate. Yeah, now is good time for the training. I will go. I'm waiting for Tata's call. She will call me. I have to do something in my phone, and when she I will finish it. I will come, and we will have it. We will swim together. Так, знаете, говорят, что в 40 лет жизнь только начинается, но это может быть про каждый следующий десяток. Вы точно влюбились, с каждым днем разом все красивее. Нет, я просто не переживаю, девочки, уже. Потому что когда каждый день проблемы, когда каждый день ссоры, когда каждый день ад, ты стареешь. И я вот принадлежу себе, хочу еду, хочу сплю, хочу встаю, хочу. И никто вот мне не мозг не выносит, мне я помолодела. Вот и все. Спасибо вам, спасибо за... Кто-то написал 1973367. Вы такая красивая. Ой, как приятно. На самом деле я не настолько красива, конечно, это я понимаю, но все равно мне очень приятно, когда вы так пишете. Ну, я адекватно себя оцениваю, я прекрасно знаю себя, свои плюсы, свои минусы. А вот... Но за любовь и за принятие меня такой, какая я есть, я вам всем очень-очень сильно благодарна. Я вас за это люблю, обожаю. Вот. И вообще, на самом деле, никогда не думала, что инста-жизнь может быть такой... Что в инста-лайфе может быть друзей, но они у меня есть. Они у меня есть, и вы у меня есть. Спасибо вам. Марина, вас вчера даже друзья Саши поздравляли, потому что вы такая женщина хорошая. Нет, мне вчера Аленочка написала, Алена с Юрой написали. Мне было безумно приятно от Алены получить поздравление. Безумно было приятно. Я ей ответила и сказала об этом, что я была действительно очень рада этому. Вот. Ну, те, кто поздравили, спасибо им. Те, кто не поздравили, ну, не поздравили, ничего страшного. Не объясняю, дебил там. Мари в жопе и на всем речи. У вас общий пан. У нас нет общего пана. У нас нет никакого общего пана. Пан Ольгин я. Уступаю Ольге. Я уж давно уступила. Уж давным-давно. Пускай не переживает Олечка. У нас ничего общего абсолютно нет. К сожалению, у нее день рождения, но никто из моих друзей не помнит. Господи, цирк. К сожалению. Почему это к сожалению? Так к счастью. У нее тебе просто можно сказать. У нее день рождения, к сожалению, мои друзья не помнят, это уже по-другому сказано. Он даже не думает, что говорит. Здравствуйте, когда поедете до Таты и Бети? Ну, сейчас я рисковать не хочу, ехать да, не хочу к детям. После Китая, если я решу поехать домой, я обязательно въеду в третью страну. Обязательно проведу там несколько... какое-то время, ну вот, чтобы быть, потому что этот вирус, она проявляется за 14 дней. 14-15 дней проведу в третьей стране, и потом только поеду домой.
на Сокольнике, да. Вы такая клёвая, правильно говорите. На Сокольнике. На Сокольниках я имела в виду. Может, что-то неправильно сказала? Марина, вам нужно попить успокоительное средство. Я, знаете, мой пыль, она минутная, поэтому она мне не нужна. Я раз высказала, послала всех, и все. I'm relaxing. Поэтому мне ничего не нужно. Да, как она говорит про Марину. Только видно, как Марина что-то про нее говорит. А то, что эта бабка каждый эфир про нее говорит и при всем при этом говорит, что она слышит, не хочет про Марину. Да пошла она нахуй, господи, прости. Не хочет слышать. А ней кто хочет слышать? Тупорылая вообще, без абсолютно отсутствует вот интеллект у человека, что в глазах, что на морде, накрасить, вот эти вот глазками хлопать, весь это девочки, иначе видите, вот я таких тупых людей в жизни не встречала, я хочу в ней что-то найти, я ничего найти не могу, кроме того, что она умеет стряпать. Алку говорил, что все вас, друзья, не любят его. А они же ждут хорошо, они же ждут и хорошо относятся. Поздравляют вас с юбилеем. Вот пиздун какой. Нет, его друзья, все нас, половина из них со мной на связи, многие из них. Вот. Ну, Костя с Ирой почему-то так, не знаю, почему они так решили себя вести. А потом с Наташей я всегда была на связи, с Димой, с Наташей. Ну, они не поздравили, я была удивлена. Вот. Лена поздравила, Алена поздравила. С красноярскими у меня замечательные отношения. Юра с Аленкой тоже, ну, я не знаю. А кто сказал, что... Подождите, девочки, Ирен пишет. А почему вам не нравится образ жизни Ольги? По-моему, у нее хороший образ жизни. Для тебя хороший образ жизни. Разве я сказала, что мне не нравится образ жизни Ольги? Я сказала лишь то, что это не мой образ жизни. Я живу по-другому, что мне надо чего-то достигать. Мне вот не интересно ходить на Сокольниках, танцевать. Например, с кем-то там какие-то, чтобы обжиматься с какими-то там, не знаю, хер его знает с кем. А вот, мне не интересно. Я не сказала, что это плохо. Я сказала, что это не мой образ жизни. У меня еще есть, я хочу чего-то покорять. Я хочу, у меня вообще абсолютно другой образ жизни. Абсолютно другой образ жизни. Разве я сказала, что мне не нравится ее образ жизни? Просто у нас настолько разные интересы в этой жизни, настолько, что мы не можем быть вообще на одной планете. С кем ей как дружит? У меня есть друзья по интересам. По моим интересам. Это не одного года дружба у меня. У меня дружба годами. А вот, которые занимались чем-то, я тоже чем-то занималась. Мы знаем, у нас много общих друзей, много общих интересов, много общих видений, там, образ жизни, образ отдыха, образ досуга. Это тоже один из... очень важных моментов, понимаете? Вот кому-то нравится так, а другим нравится по-другому. И если кому-то нравится так, это не значит, что они плохие или неправильный образ жизни. Просто это не мой образ жизни, это не мой образ досуга. Вот и все.
А, Nutralight. Брала в Турции, да, они дорогие, хорошие. Все понятно, идиотки. Чего вы взяли, что его друзья любят на Марину? Нажались и решили поздравить. И про трезвости главное говорят. А по трезвости главное говорят. А что они говорят? Ничего они не говорят. Вы что-нибудь слышали про от них? У меня с абсолютно адекватно, в адекватном состоянии Алена поздравила. С чего вы взяли? Есть, которые не любят, например. Я есть, которые нормально со мной общаются. Я не претендую ни на любовь, ни на что. За нормальные отношения им благодарна. Отвечаю тем же. Кому не надо, мне тоже не надо. Вот и все. Тут все вообще все просто и... Белкина от души поздравила. Да, от души поздравила. У нас с ними были очень хорошие отношения. Мы очень дружили с Белкиными, да. Хорошо выглядите вообще. Так Белкин был трезвый. И поздравлял Марину трезвым состоянием. Белкин практически не пьет, девочки. Практически. Один, два, три. Это не корректно. Тем более, если вы врач. Один, два, три. Это вам в зоопарке работать. Надо вам в зоопарке работать. Так, правда, что тата идет на дом 2. Первый раз слышу, девочки. Вы вместе находитесь с этими друзьями и слышите, что они говорят. Ну, не знаю, не знаю. Яркая женщина. Вы самая красивая. Спасибо вам большое. Ну, вы очень приятная. Вам 40, но спасибо за лесть. А мне нравится Марина. Она справедливая. Чем занимается ваша дочь? Где живет? Живет она в Москве, занимается воспитанием ребенка. Скоро вам будет приносить мозг Ольге. У вас внутренняя харизма, которая... притягивает магнетизм. Так. Мы вас тоже любим и уважаем. Вы сильный человек. Спасибо, Марина. Вы очень уютная, теплая, настоящая. Оля Квашня возомнила себя красивой. Белкин не был пьян, поздравлял от души, ничего бы. Не, что вообще поздравлять, если бы плохо относился. Один, два, три. Или те Африку. Идите Африку лечите. Пан сказал, что приедет в Москву. Ну и пускай. Манечка, вы замечательная. Вас слышу. Слушаю всегда, как вы все красиво рассказываете. Жду вас всегда в эфире. Выходите почаще. Человеку, или они вам нравятся, если они вам не нравятся, да, свой негатив оставлять здесь. Это не мой негатив, это не моя грязь. Грязь я бросаю обратно им. Вот. В этой грязи они живут, будут жить, зачем? И вот сегодня я прочитала, а вам легко живется брошенкой? Мне было очень смешно. Мне было безумно, думаю, вот сейчас ответит этому человеку или не ответит. Вот. Ну как можно этому человеку ответить? Это же вообще больной человек, который пишет вот такую вот, типа она решила мне больно сделать. Мне это вообще, от этого мне только смешно становится. Она очень харизматичная, живая, грамотная женщина. Всех благ вам. Спасибо. Да, пошел этот вам куда подальше. Капиздон тоже зубы себе ставит. Кстати, может быть.
Так, за любовь надо платить. Кто любит, тот и платит. Манечка, поздравляю вас. Наверное, лучше поздно. Да, спасибо вам, мои хорошие. Всегда. Сегодня я еще принимаю поздравления. Комары или мошки у вас есть? Ну, не так много комаров, кстати. Ночью есть, вот вечером. Ну, у нас есть такие средства, которыми мы пшикаемся. А если сидим на балконе? Если на балконе не сидим, то в комнате их нет, потому что у нас такие шторки специально для комаров. Счастливые планы. Пан говорит, инкубационный период 21 день у коронавируса. Пан больно все знает. Мы каждый день это изучаем, каждый день нам китайцы пишут, каждый день мы на связи с компанией, Зориной компанией. Инкубационный период всего 14 дней. И 5 дней болеет человек. За эти 5 дней человек или погибает, или выживает. Все. Он написал, к сожалению, у нее день рождения, но я не с ней. Вот что он имел в виду. Нет, господи, нет. Он просто вот своей энергетикой хочет меня уничтожить. Его энергетика на мое уничтожение на самом деле работает. Он над этим, ну, я, слава богу, что она у меня тоже очень мощная, я противостою. Если бы у меня была энергетика боль немножечко вот послабее, чем у него, я бы нереально бы погибла бы, реально. Он просто вот он работает над тем, чтобы меня загнобить. Правильно, послали всех на душе чисто, да, Марина, ой. Я кричу от смеха, Марина, вы супер. Мари, в жопе, Африка. Стряпок, какая вы замечательная, моя интересная, она из-за Ольги столько людей заблочили. Так, как Ольги у вас есть, она уже добилась. Ой, что бы у меня не было, мне интересно жить, знаете. Что бы у меня не было, это просто, это не то, что есть или нету. Это просто охота жить вот так. Вот так, это мой образ жизни. Вот так хочу я жить. Мне это нравится. Вот и все. Чего она добилась? Живет за счет своих детей. А правда, что Раисовна? Ну, зачем вы так пишете про Раисовну? Зачем? Вы где видели ее пьяной? Вы видели ее пьяной? Немножко мягко сказано. Кому-то нравится арбуз, а кому-то свиной хрящик. Однозначно согласна с вами. Не надо завидовать, кому муж все сделал, кому самой рискать и искать себе мужей. Почему это искать себе мужей?
Мне очень даже легко живется, я прекрасно все это делаю, я кайф от этого получаю. И если вам легче так жить, то это не значит, что другому так легче жить. Я не покорная женщина. А вы можете покориться, и муж может что угодно вам сдаст квартиру, но кровь высосет еще. А вы будете терпеть, потому что вы держитесь за эту квартиру вот так вот, или еще за что-нибудь, там, за какие-нибудь блага. А я сама себе могу это дать. Я абсолютно свободный человек, абсолютно. И счастье, мое счастье в свободе. Мое счастье в свободе, мое счастье... Мне моя работа приносит большое удовлетворение. В чем прикол, что вы пишете? Смешно, это мне смешно, не то, что вам. Типа вы меня укололи, что ли? Нисколечко, не получилось у вас. Раиса, 1, 2, 3. Так, 1, 2, 3. Господи, это опять кто-то новую страницу создал, да? Ой, не живется людям в 60 лет. Спокойненько не живется. Придется к их мужьям приехать и кое-что рассказать. Все, девочки, у меня уже эфир заканчивается. Все, бай-бай, девочки, бай-бай.